По словам очевидцев, пожар начался примерно в 12:30. Соседи вызвали пожарные расчеты и звонили в службу 112. Сначала загорелся жилой дом, потом огонь стал перебрасываться на постройки и соседние дома. По предварительным данным, пострадал один мужчина. Галина живет в соседнем доме. Заметив пожар, по номеру 112 сообщила о происшествии. Дом или сарай сначала загорелся? Дом, да? Дом, сарай, дом и следующий дом. А дом все же деревянный рядом. Или кирпичный? Один кирпичный, один деревянный. Теплая и ветреная погода добавила трудности. Огонь был настолько сильный, что люди замечали его с соседних районов. В ликвидации пожара приняли участие 5 пожарных расчетов. Жители и своими силами боролись с огнем. Пострадавший мужчина доставлен в реанимацию. Оперативные службы сейчас выясняют обстоятельства случившегося. Ольга Югай, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.